Николай Горч. Мое почтение. Здрасте. Вернулся из Питера, да? Да, да, вчера. И вот приехал тебя навестить, мой друг. Но кажется, я не вовремя. Так ты скажи, я и после смогу. Да это родители с фабрики приехали. А это что? Таких вещей твои родители не носят. Да и пра родители не носили. Ну, знакомый вместе с ними, тоже один фабрикант с сестрой. Ну, ладно, я задерживать тебя не стану. Я буквально слов на 10. Мне нужны кое-какие сведения. Бывал ты без меня у Карминых? Заезжал иногда. Ну что ж, Андрюшка мой милый, как твои дела? Да какие такие дела? Любовь, ухаживание, обожание, тронул ты ей сердце или уж совсем покорил? Николай Егорович, это уж мое дело. Разговор эти лучше предоставь. Так не предоставь, а оставь, ты хочешь сказать? Здесь есть небольшая разница. Ну, предоставь, оставь, это все одно. Только я тебя прошу, чтобы этих разговоров не было. Потому не люблю. Ах, вон оно куда пошло. Да. Да. Потому над чем сам не шучу, над тем другим не позволю. Значит, это святыня, к которой прикасаться нельзя. Это как хочешь, так понимай. Ну, как они поживают? Здоровость? Ты ничего, слава богу. Ты ж когда у них в последний раз был? Вчера. А когда опять собираешься? Сегодня, я думаю? Ну, мудрено мне, что сегодня. Ежедневно, значит? Ну, хотя бы так. Хоть на дню 5 раз. У тебя, что ли, позволение спрашивать? А чего сердишься-то? Чего ты сердишься? Мне ведь тоже не лишнее знать твои намерения в этом деле. Я живой человек, и я могу чувствовать красоту Елены. Это ли ты имеешь в виду? Ну что, торговаться хочешь? Отступного просишь? Да нет. Так ведь ты не дашь? Шансы у нас не равны, если ты... Ну да, если я, потом что будет? Ну зачем же мне мешать тебе без всякой пользы для себя? Умнее и честнее с моей стороны отступиться? Будем действовать заодно? Да чё за заговоры такие? Чё это за стачка? Дело-то чистое. Как знаешь. Да, вот что. Коли ты сегодня заедешь раньше меня, не говори, что меня видел. Ну, какая мне надобность разговаривать про тебя? Да нет, ну, если спросят, ну, сделай милость, скажи, что не видел. Я хочу сюрпризом явиться. Да, сюрприз. Тоже мне сюрприз. По-нашему, привезти из Питера подарок 1000 в 3. Вот это сюрприз. О, ты видишь, какие у тебя замашки, а? Вот и поди соперничай с тобой, да? Видно, вашему брату без бою уступать нужно. Ну, ладно, я задерживать тебя не стану. Я поручение твое исполню. Ну, об этом после. До вечера. До вечера. Ну, поди, занимай своих гостей. Занимать гостей, вот пытка-то. Ой, прощай, Таня. Какого я сейчас с тобой подлую сделаю, так ведь убить меня за это. Он сидит веселое, доброе лицо, смеется, лицо такое доброе и не ожидает. Он злодей я, злодей. А что делать-то, коль другая взяла за сердце, да и вырвала? От своей судьбы не уйдешь. Чего ушел от нас? Алькуриум занимаешься? Не хотел чадить при гостях? Да нет. Так что ж с тобой, здоров ли ты? Че, здоров. Людей судим, а сами хуже. Ты ж заговариваться стал. Не рехнулся ли в самом деле? Может быть, за доктором послать, а? Так не вылечит меня никакой доктор. Изменник я своему слову, значит, бесчестный человек. М? Ну, что ты в загадки-то не играй. Ну, а вот разгадка всему этому, брат Вася. Полюбил я твою сестру, по рукам вдарили. Так ведь? Так.
И не перетакивать стать. А теперь не могу. Ну, простите у меня, не могу. Ну, вот что, полно шутить-то ведь не к месту, как ты это сказал. Я не шучу. Не до шуток. Однако сюрприз важный. Ну вот хоть убей меня, я не скрываюсь. Ты думаешь, легко мне сейчас твоей сестре в глаза взглянуть? Приятельски, нечего сказать, по-приятельски удружил. Ты знаешь ли, как это по-нашему, по-русски-то называется? Весь этот твой пассаж для сестры и для всей нашей фамилии. Бесчестие и мораль. Я ведь без тебя все знаю, Вася. Ну, а что делать, коль другую полюбил? Рассказывать тебе свои чувства не могу, да и слов таких не знаю. Так. Судьба. Угу. Стало быть, богаче или лучше невесту нашел? Не то. Совсем не то. Так или не то? Да какие ж с твоей стороны оправдания-то? Как же ты, братец-то мой, ведь хорошего семейства девушка, и по нашей стороне, можно сказать, первая невеста по капиталу и по всему. Что ж ты ее позоришь для какой-нибудь... Осторожно. Не заикайся. Не заикаться не приказываете. Однако, между прочим, интересно знать этот ваш сюжет. Значит, узнать? Красота ума помрачения. Вот и знай. Из каких будут? Да это из каких бы то ни было. Просто, искать, живет девушка барышня с маменькой. Познакомил меня с ними Агишин. Но вот насчет образования, ума, Вася. С романсами, значит. Сразу может погубить человека. За один взгляд, за одну улыбку, куда хочешь, на что хочешь, готов. Вася, это... Красота. Красота, Вася. Знаешь, нас ведь никакими товарами-то не удивишь. Видали мы и атласных, и бархатных видали. Да не то, Вася. Совсем не то. Знаешь, самых высших сортов? Ну, не видел таких и не знаешь. Познакомь. Увидим. Лицом в грязь не ударим. Обращение понимаем. Карманом можем тряхнуть. Ты же помнишь, мы цыганкам по 300 рублей за песни бросали. Я тебя честью прошу, оставь. Слова твои глупые и боль ничего. Дело глупое. Дело глупое, потому и слова глупые. Потому серьезного-то я тут ничего не вижу. Да так серьезно, что в петли полезай. Вася, прежде бывало у них нечасто. Ну, так думал, для времяпровождения. А теперь ведь вот... Ну, каждый день тянет, хоть взглянуть. А она как будто шутит надо мной. То задумается, то глядит. Глядит, Вась. Мне так подошло, ну. Не жить без нее мне, не жить. Либо она, либо... Ну, а если так круто подошло, чего ты зеваешь-то, голова? Приглашай кататься, да хоть сейчас. Ямскую тройку с набором. Маменьку благотворить, а с дочкой, как потемнее станет, куда-нибудь подальше. Не будь ты Василий Сыромятов, я тебя за эти самые слова задушил бы. Ну-ка, не горячо ли будет? Остыньте маленько. Это семейство честное и благородное, и любовь моя честная.
И дело, коли Бог даст, тоже будет честное. С нами твое дело честное. Дескать, не взыщут таковские. Нет, Андрюшенька, и у нас свои амбиции есть. Да еще поболее, чем у других прочих. За себя-то поставить сможем. Да ты ж меня убей, я ведь не скрываюсь, я сам отдаюсь. Ну, а только ее обидеть или чувства мои душевные трогать я ведь никому, отцу родному, не позволю. Ты знаешь, не будь ты мне друг, все едино, что ведь брат, я бы с тобой жив не расстался. Что ли, все ли, а по крайности растрамил бы тебя на весь свет. Ты знаешь, сейчас обидно. Обидно. А больше всего мне тебя жалко. Жалко. Оплели. Оплели! А чего ж не оплести, когда ты сам голод в петлю суешь? Затянуть ведь только потуже и все. Да я сам. Одурел. Одурел, так не видишь. А у меня-то ведь разум при себе. Ты вот мне образ сними, а я тебе скажу, что здесь ловушка. Ловушка. Да и все скажут, кого не спроси. Ну, чего тебе? Сестру позови. Ну, зачем? Она же теперь тебе чужая. Надо сказать ей. Сами скажем. Но все-таки честнее самому. Амбиции не имели то, что я тебе скажу. Ну, Вась, но ведь не на радость же хочу видеть ты ее. Она муку перед ней виноват, ей виниться буду. Если бронить будет, все в глаза, все легче. Может, пожалеет. У нее душа добрая. Ну, если только на минуту, пожалуй. А потом прощай, брат Андрей. У нас ведь женихи-то и сейчас готовы. Такие-то невесты-то ведь не засиживаются. Ну вот и теперь только 10 слов сказать. Ну а там легче будет. Как эти слова только вот выговоришь, они готовы, готовы. На губах они вертятся, а изнутри-то совесть словно огнем жжет. Да и та мысль в голову лезет. Не отдать бы мне своего счастья с этим кольцом. Что тебе? Присядь на минутку. Ну вот, ежели человек своего слова не оправдает, так ведь это не всегда из-за подлости, потому иной раз сам в себе не вален. Ну вот, ежели человек не в себе. Да о чем ты? Разлюбил, что ли? Нет оправданий, Таня, нет оправданий. Я уж давно догадывалась, давно ждала. Я виноват кругом пред тобой. Коль ты лучше меня нашел, как тебя удержишь. А уж мы завсегда такие несчастные. Нет, Таня, если бронить меня одного, ее-то не проклинай. А и тебя бронить, чтоб пользы. Бог с тобой.
Ну, чего? Чего, прощаешь? Ну? Ну, прощаешь? Обидно мне. Горько мне. Да ты сам-то не плачь. Это мое дело. Бог с тобой, вот одно, что тебе еще-то сказать. Спасибо. Спасибо. Ангельская у тебя душа. Вот что. Спасибо. Прощай. Андрей Гаврилович, садитесь, прошу вас. Я такс. Вы сделали предложение моей дочери? Так точно. Потому любовь моя к Елене Васильевне. Да ведь она же еще так молода. Впрочем, я не такая мать, что принуждать я. Я люблю Лену, но она одна привязывает меня к жизни. Она ее счастье, я молю небо. Нина Александровна, желательно слышать ваше слово. Нет. Нет, нет, пусть она сама. А я согласна. Елена Васильевна. Верить, Лиз? Согласна, я согласна. Нина Александровна, такое для меня счастье, Нина Александровна. Я даю вам все, что имею, дорогого, все, что... Дорогого? Так и блюсти будем, как самое дорогое, Нина Александровна. Кто теперь счастливее меня человек на свете, Нина Александровна? Найдется, кто-нибудь найдется, найдется. Невозможно. Я сейчас брошусь с какой-нибудь колокольни. Андрей Гаврилович, не надо, я вас умоляю, не надо. Я прошу вас, не надо. Но ведь свадьба же наша тогда не состоится. Я прошу да вас. Да я цел останусь, я невредим, не беспокойтесь. Я умоляю вас, успокойтесь. Не надо, мама. Не надо, я... Нина Александровна, позвольте по-русски, с бокалами. А у нас ничего нет, так неожиданно. У нас есть в запасе очень достаточно. Мама, успокойся. Ой, Лена, прошу, дорогая моя. Успокойся, дорогая, успокойся. Господи, Боже, скажите, пожалуйста. Без церемоний прямо. Андрей Гаврилович. Ничего-ничего. Боже, ну сюда без спроса не ходит, Андрей Гаврилович. Ничего-ничего. Ну, рано еще, я не одета. Это для нас ничего. Ну, для вас это ничего, а для меня это... И для вас ничего, Елена Васильевна, потому я в другую сторону глядеть буду. Лена, он очень милый. Ну, хорошо, что вам надо, что? Ну, как же, дело есть спешное, я вчера забыл. Что-то... Может, вам деньги нужны? Нет, нельзя сказать, чтобы особенно нужны были. Нина Александровна, я не к тому, всяко бывает. Особенно, не особенно, фрукт там, вино или чего другое, только чтобы самое редкое, чего на свете не бывает. Вот две теневых, пожалуйста, не жалейте. Если еще, только одно слово. Пожалуйста, это говорите. Ничего, ничего. Вы напрасно беспокоитесь, Андрей Гаврилович, но все-таки это не лишнее, я вам очень благодарна. Ничего, ничего. Лена, он очень милый. Ну, хорошо, ну что вам надо, Андрей Гаврилович? Ну, Андрей Гаврилович, ну уходите, мне неудобно. Уходите, Андрей Гаврилович. Елена Васильевна, это вот вам. Нет. Да. Это, что это такое? Ну, это приданое. Ну, чтобы не сказали там, что... А что это такое? Ну, это билеты именные, ваши. На что они, что мне с ними делать? Ну, помилуйте, что угодно. Здесь 75 тысяч. Как 75 тысяч? 75 тысяч? Угу. Господи,
Если что, я не возьму. Елена Васильевна, да нет, так что? Вы меня обижаете. Нет, нет, Андрей Гаврилович, Елена Васильевна, неужели я 75 тысяч не стою? Да нет же, ну... Елена Васильевна, мне за невестами давали по 100 тысяч, больше я не брал у вас, ну, всего 75. Андрей Гаврилович, мне неловко, мне неудобно, ну что вы, я не могу, мне кажется, я вас так чего-то стесняю, обижаю, лишаю, я не могу, Андрей Гаврилович. Ну, это проценты. Да нет, нет. Это проценты, прибыль, капитал, он в неприкосновенности, Елена Васильевна. Благодарю вас, боже мой, благодарю. Вы очень добрый, благородный человек. Спасибо. Да нет, ну что вы, Елена Васильевна. Ну, деньги-то само собой. Это ваше собственное. Про то и разговора быть не может. Вот, извольте принять подарок от жениха. Благодарю вас. Благодарю вас, мерси. Благодарю. Боже мой. Боже мой, какие бриллианты-то, а? Вы их наденьте, при свечах они заиграют. Господи, Андрей Гаврилович, дорогой, ну зачем же так много-то бриллиантов, а? Это же должно быть безумно дорого, наверное, это ужасно дорого, да? Елена Васильевна, что же вы себя дешево цените? Боже. Ведь и бриллианту место нужно. Ну, что он значит в магазине, в футляре, другая наденет? Андрей Гаврилович, ни красы, ни радости. Я прошу вас, осторожнее. А коли на вас бриллианты? Ой, какая. Ведь они сами, господи, радуются, какая... они вас красят, а вы им цены придаете. Роскошь, просто роскошь, как хороши. А кто же их вам выбирал? Сам, у Фульдес. Как, сами? Господи, боже мой, у вас, оказывается, и вкус есть, Андрей Гаврилович. По невесте можно судить, что у меня вкус есть. Боже мой, и остроумие у вас тоже есть. У вас же просто поминутно все новые достоинства открываются. Да. Я думаю, скоро наши будут. Да, вот я еще совсем не готова. Видите? Ничего, поспеете. Они только взглянуть на вас, так вы уж во всем блеске, так сказать. Ой, боже мой, боже мой. Что? Андрей Гаврилович, вы что, завиды, что ли, да? Ну? Боже ты мой, господи, как баран, ей-богу, как баран. Извольте, это немедленно уничтожить. Немедленно уничтожить это, слышите, немедленно уничтожить. Так я под гребенку. Да нет, ну зачем под гребенку? У вас же... У вас же вон чудные волосы, мягкие, прекрасные волосы. Я благодарю вас, что вы интересуетесь. Как прикажете, а-ля дьяволь или а-ля капуль, что в модис? Не надо, пожалуйста, не надо, ни а-ля дьяволь, ни а-ля капуль, ни в коем случае. Ну, просто так вот, посмотрите. Натурально? Естественно, все на бочок. Так я сейчас к парикмахеру. Пожалуйста. Пожалуйста. Угу. Пожалуйста. Сейчас. Что с вами, Андрей Павлович? Нет, ничего. Ну, что случилось? Ничего. А что случилось? Вам плохо? Нет, ничего. Андрей Гаврилович, дорогой, ну, может быть, вам воды? Нет, а? Не надо, воды не надо. Боже мой, ну что ж такое с вами-то? Так... Меня пугаете, Андрей Гаврилович. Ну... Какие вы в этом... Сейчас. Что какие так? Вы в этом наряде? Очень. Смертушка моя приходит. Господи, боже. Сейчас. Кто же сказал, что смотреть на меня не будет? Кстати, ну, кто сказал? Никакой возможности нету терпеть. Ведь вот, что это? Что? Ну, как вот... Что? Ну вот, плечико просвечивает. Ведь если б только осмелиться. Что? Устамис. Ну, хорошо. Целуй и убирайся.
пожалуйста, убирайте. Уходите, умоляю вас. А. Пожалуйста, Андрей Гаврилович, уходите. Я лечу. Уходите. Я лечу. Осторожно, Андрей Гаврилович. Елена Васильевна. Да. Вы думаете, я не понимаю, что я вас не стою? И что это для меня одно счастье необыкновенное? Почему же? Это неизвестно, кто кого стоит. Вот поживем, увидим, узнаем друг друга. Вы знаете, во мне тоже есть, много есть. Если вы только... Не захотите обратить внимание? Ну, почему же? Почему же? Вот я говорю, поживем и все узнаем друг про друга. Так это... Я только сейчас конфужусь. Провалился бы сквозь землю. Он стакан чуть не уронил, чай на какой-то там пролил. Ну, стаканов ронять, конечно, не надо. Платьев обливать тоже не следует. Ну, а конфузиться-то... Конфузиться тоже не надо. Так... Что ж делать? Уж вы как умеете себя, так и ведите. Это я понимаюсь. Вы приободритесь, Андрей Гаврилович. Ей-богу, вы приободритесь. Знаете, достоинства побольше, главное. Вот это все там суета. Угу. Болтают, сплетничают, любезности пошлые друг другу говорят. Это все суета. Да, да. Ей-богу, это... Угу. Вы, главное... Достоинства побольше, угу. И все будет прекрасно. Я теперь вооружусь. Вы знаете, я стакан шампанского для куража выпью. Угу. Поддержали вы меня? Ой, умоляю вас, не надо. Что? Да, пожалуйста, не надо. Не надо, я не люблю много всяких нежностей, поцелуев. Угу. Этого не люблю, не надо. Еще у меня к вам приказ. Пожалуйста, не гоняйтесь за мной, ладно? Где-нибудь там подальше держитесь. Ведь не подойду теперь. Ну, прекрасно. Еще приказ. Когда вы будете со мной танцевать, то, пожалуйста, только кадриль, слышите? Угу. Только кадриль, больше никаких других танцев. Только кадриль. Не могу в последний раз. Ну, я умоляю вас, ну не надо же, ну прошу. Ой, взять бы ее, да в саночки, да встрельну на своих серых. Мороз морозец, маленькие щечки. Николай Егорыч! Что? Больно же, ну. Ой, больно. А это хилость какая, ах, и слабость какая, слабость такая. У этих чертей завидная. Ты что? Братец, послужи нам. Давай выпьем, ну. Убирайся. Ну, скажи мне. Ты же образованный человек, умный. Так скажи. Любит меня она, а? Любит? Любит или нет? Ну, коли теперь не любит, потом полюбит непременно. Так это почему так? Сила, свежесть, чего же еще? Уж как на мне фентепель с женщиной, а коли натурой мало, так немногого возьмешь, а у вас это из здоровой любви. Да, да. Душу ли за нее положить в охапку или взять покрепче? У нас так много, что девать не знаем куда. А совесть у вас есть? Это насчет чего? Когда же мы? Что? Что? Прощание с холостой жизнью, холостая пирушка. Так ну, ты раз отлично. Угу. Хочешь у меня дома, а то на Крестовскую, но только чтобы с тобой в присядку танцевать. Да? Хуже, ну выражай ты свои чувства как-нибудь иначе, ну не дерись. Что такой хилый-то? Пойду какую-нибудь даму приглашу танцевать. Вот, вот. Куражу довольно. Вот.
Не почудилось? Да почудилось. Почудилось, померещилось. Я видел. Да нет. Господи, померещилось. Ну, конечно, померещилось. Вот. Я видел. Господи, боже мой. Господи, боже мой, что за грозная туча на челе вашем, Андрей Гаврилович? Да нет, Елена Васильевна, что? А что случилось? Ну, померещился. Что? Вы знаете, я... Что? Да. Что? Что? Почудилось. Что? Уж не то ли, что мне тут сейчас Агишин руки целовал? А? Вы его вызовите на дуэль, правда? Да. Вызовите его, да. И непременно его убейте. Хотя я еще не ваш, и он как старый мой знакомый имел право пожелать мне счастья, но вы его... Вы его все равно убейте, слышите? Убейте. Да, я в таком разе, я прощения прошу, Елена Васильевна. Боже, какая прелесть. Господи, Господи, какая прелесть. Ревнив, да? Он Отелло? Андрей Гаврилович, это ведь значит, вы меня будете всю жизнь ревновать. А тот, кто ревнует, значит, любит. Правда ведь, Андрей Гаврилович, а? Вот все и свалилось. Вы же все можете, Елена Васильевна. Погубить и осчастливить человека. Я ваш. Ну, я ваш, Елена Васильевна. Ну, делайте со мной, что хотите, я ваш. Но я ваш, Елена Васильевна. Пойдемте танцевать, Андрей Гаврилович. Танцевать? Пойдемте танцевать. Ой, боже мой! Сумасшедший вы, боже мой, какой сумасшедший. Разве можно носить на руках, да еще по лестнице? И что такое, ничего? Я же не ребенок. Вот вас своя ноша не тянет. Я вас хотел и дальше нести, да коль бы не вырвались, затащили. Боже, ну куда дальше? Ты уж куда дальше? Господи, до самого до места. До какого? До какого? Так ведь устали. Ужасно. Ой, ужасно. Отдохнуть захотите. Ой. Я вас прямо в спальню хотел доставить. Благодарю. Это очень мило с вашей стороны. Господи, так я сию минуту... Нет, 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 спасибо, не надо. Благодарю вас, я туда сама дойду. У меня на это силы хватит, спокойной ночи. Куда же вы? Я пойду переоденусь. Что? А вы ступайте на свою половину. Ступайте. Только и всего-с? Да, чего же вам еще-то? Так ведь немного-с. О, уж я забыла. Я совсем забыла. Андрей Гаврилович, вы же себя сегодня так умно вели, да, что вас следует наградить за это. Очень умно. Умница. Умница. Спокойной ночи. Однако, что за насмешка, Елена Васильевна? Какая насмешка? Нет. Вы уж лучше со мной не играйте. У меня силы довольно, другой раз заиграете, так и не отыграйтесь от меня. Ну, я в следующий раз буду осторожнее. Андрей Гаврилович, спокойной ночи. Да нет, ну что за тиранство, Елена Васильевна? Ну какое тиранство? Ну оставьте вы, ради бога, пожалуйста. Да ну, как, Андрей, как оставьте? Поговорить надо, ну, я желаю. О, ну хорошо, в следующий раз. Уж теперь-то поздно. Да нет, сейчас. Ой, боже. Очень накипело. Ну, Андрей Гаврилович. Вы целый месяц у моей жены считаетесь? Сумасшедший. А жена ли вы мне? А как же? Жизнь? Забрался в мечтах выше облака, да вот и свалился. Ведь я вас любил. Выше всего на свете стоял. Думаете, легко мне сейчас вам в глаза говорить, что вы меня обманули? А как я вас обманул? Чем? Да ну, чем я вас обманул? Обманывали нас, грабили. Это за нашу глупость довольно-таки часто случается. Такое во сне не снилось, и врагу не пожелаешь. Что я для вас сделал, об этом говорить не будем, за попрек. Почтете, но извините. Извините, я вам душу отдал. Андрей Гаврилович, ну... Вы понимаете, я душу ну, можно отдал. Тише, ну можно а тише. А что тише, можно... я у себя дома.
Я со всем трепетом просил руки ваши, вы изволили согласиться. Опять же, в церкви довольно веселым духом объявили свое желание. Значит, стоя под венцом, обещая перед Богом стать моей женой, вы задумали на потеху своим приятелям сделать из меня шута. Да вы вздор какой-то говорите! Елена Васильевна, так точно-с. Ваши приятели меня поздравляют, счастливцем называют. А вы над этих слова подсмеиваетесь, разве я не вижу? Боже мой, я не понимаю даже, к чему весь этот разговор. А вот к чему, Елена Васильевна. Целый месяц я делал для вашего удовольствия все, что вам было угодно. Теперь все. Хватит. Довольно дурака откорчить. Я теперь займусь своим купеческим делом. А вы живите, как желаете. Мешать я вам не буду. Проситься на вашу половину я более не стану. Ну, а коли вы, паче чаяния, почувствуете ко мне расположение милости, просим на мою. Ты что, не в настроении сегодня? Нет, я в настроении. А что меня за сердце возьмет, так я с вами не так заговорю. Ой, не дай бог нам с вами этого дождаться. Да. Думай, не думай. Дрянь дело-то. О, здравствуй, друг. Наше вам почтение. Ты что, от маскарадов еще не очнулся? Нет, я очнулся. От всех маскарадов очнулся. А много их видел. Вчера, сегодня в маскараде маскарад. Дома маскарад. Ну, ты чем-то взволнован, огорчен. Это уж мое дело. Елена Васильевна. Да. Я, собственно, хотел с вами поговорить. Но ведь мы завсегда можем. Свои люди. Извольте продолжать ваш разговор. Извините, что помешал. Это вы... Я вас сейчас утешу. Вы, может быть, плачете от того, что себе стеснение чувствуете. Так я вам свободу дам. Да и мне она нужна. Как бы меня ни считали, шутом ли, дураком ли. Только дураку тоже ведь отдохнуть надо. То ведь она, если упомянут, то ведь дразнить он ожесточится и зверем станет. Так что давайте мы с вами уж на чистоту, от чистого сердца, значит. Слов будет немного, к чему они. Все ведь как ясный день стало видно. Дела ваши, любовь ваша. Кому об этом говорить не будем, за попрек почтете. Но, извините, зачем меня к этому делу припутали и над сердцем моим надругались, тоже не будем говорить. Это уж после, пущай там Бог рассует. Сейчас нам с вами только одно. Чтобы каждому по своей дороге, чтобы друг другу не мешать. И отличное будет дело. Вы поезжайте с ним за границу. Как изволили сбираться, денег у вас достаточно. Извините, я деньгами вас не попрекаю, даже больше скажу. Еще понадобится, пожалуйста, берите. Души не жалел, пожалели денег. Так вот, вы извольте ехать. Ну, а я там... Я... Найду свой предел. Вам и знать нет ничего. Вот только любя вас, я хотел бы сказать, хотя, может, и не надо бы, что мне будет не больно весело, чем вам. И что погибели на свою бездольную голову, я буду очень рад. Плачьте. Плачьте. Чего плакать? Плакать нечего. Плакать нечего, поздно. Да вот еще что, Елена Васильевна. Поезжайте скорее. Поезжайте скорее. И ради Бога. Ради самого Бога, чтобы ничего промежду вами на глазах моих, потому что я люблю вас. Я вас люблю. Не могу быть страшен. Я не совладаю с собой. Я дом сожгу и сам в огонь брошусь. Мне уже давно горло подступает и грудь давит. Так что поезжайте скорее и Бог с вами.
Прощайте. С добрым утром. С добрым утром. С добрым утром. Где это вы были, Андрей Гаврилович? Где я был? Да. А вам на что? Как так на что? Где? У тятеньки был. Да нет, я спрашиваю, где вы вчера были? Вчера приятеля встретил, Сарамяту, у него и был. Да это уж мое дело. Да, конечно, простите, я совсем не то хотела спросить. Я хотела спросить, здоровы ли вы? А что там такая печаль? Ну, отвечайте, если вас спрашивают. Ничего, здоров. Вот с меня и довольна. Я просто за вас тревожилась. Вы вчера были так расстроены, разнервничались, разволновались. Я очень беспокоилась за вас. Ну, вот это с нами бывает. Пошумим, знаете ли, так неужто с этого хворать? Нет, уж много будет. Андрей Гаврилович. Андрей... Ой, Господи, боже мой. Боже мой, вы что, это в маскарад собрались, что ли, да? Нет, какая на фабрику. Брель. Нет, какая на фабрику. Какая прелесть. Вам не так идиот, так идиот. Прелесть. Извините, что не по моде. Очень вам идиот, это очень. Ну, идет ли, не идет ли, мы на это не смотрим, потому как бегать то в ткацкую, то в лабораторию. 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 Мудреное слово не сразу выговоришь. Да и в красильне во фраке накрутиться не свободно. Что же вы туда надолго разве едете? На 3 месяца. Как, Андрей Гаврилович, на 3 месяца? Елена Васильевна, сейчас ко мне придут наши на закуску. Так вы уж меня не конфузьте. Ну как? Разъедемся с миром. Я на фабрику, вы за границу. Ну вот и мы. Явились, не забылись. Желаю здравствуйте. Мой старый приятель. Уж извините, Сыромятов по фамилии Василий Иванович. Сестра его, Татьяна Ивановна Сыромятова, супруга моя. Очень приятно познакомиться. Да уж какое там знакомство. Неважная особа за мучника замуж выходит. Да, капитал у этого мучника больно здоров. Он нас всех купит. Татьяна Ивановна, видно, воздух у вас на фабрике очень здоров. Отчего так? По красоте вашей сужу. Намного превосходнее стали. Ну, так мне ж так и надобно, ведь я ж невеста. Ну, а что, если я вам опять свою любовь буду выражать? Ваш супруг меня на дуэль не вызовет? Не знаю. Уж какая там дуэль? У нас ведь так не водится. У нас ведь просто поленом. Вот и все. Хорошее обыкновение у вас. И другим его перенять не мешает. Я-то поправилась, а вы что? Нездоровы или что с вами? Да нет, я здоров, всем доволен. Уж вы, Елена Васильевна, берегите его, чтоб он был здоров и весел, как я. Я была бы очень рада, если бы он был здоров и весел, как вы, очень рада. Любить его надо хорошенько, вот он и весел будет. Благодарю вас, я непременно последую вашему совету. Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, а у вас там на фабрике, вероятно, тоска страшная, да? Отчего же? У нас знакомство большое, иностранцев много, англичан. Их жены такие музыканты, все газеты получаем и журналы. Да? А вот если, ну, что-то достать, купить, вот хотя бы приданое, что за каждой малостью приходится в Москву ездить? Мы редко зачем в Москву ездим. Что там прямо у себя покупаете? Из Парижа выписываем. От нас редко месяц оказий не бывает. Что новое сейчас и получаем. Мне одних шляпок с дюжину прислали. Да любую надевай. Какая роскошь. Вам, оказывается, просто позавидовать можно. Милости просим ко мне на закуску. А вы что же? Нет, благодарю вас. Благодарю вас. Мне что-то не хочется. Благодарю вас. Да, им еще рано. Они только что встали. А вот и папенька с маменькой. Гаврилий Пантелеевич, Настасья Петровна. Извините, с женой прощался. Нельзя же. Честь чести. Да, неизвестно, скоро ли увидимся. Здравствуйте. Елена Васильевна. Настасья, иди. Ох. Иди. Слово не дается. Слово не дается. Зайду. Стоп! Это куда бежать-то, а? Это зачем же? Это что, новый способ иметь гостей, тащить их силой за ворот? Ну, я, друг мой, мимоходом, мне неподалеку надо в одно... Да полно, Николай Егорыч, полно, сюда шел. Здесь твои мысли.
Здесь ждут тебя. А меня сунуло тебе навстречу. Ничего-ничего. А я сегодня на фабрику уезжаю. Ну, ты говоришь какую-то дичь. И вообще я замечаю, что с некоторых пор ты ко мне как-то странно относишься. Давай объяснимся. Если мы не станем по-прежнему приятелями, то я просто вынужден буду расстаться с тобой навсегда. Как мне неприятно, да, так сказать, знакомство с твоим домом. Да что ты, как ты, все канитель. Давай на чистоту. Ты думаешь, я твоих штук не вижу? Николай. Ничего не понимаю, ничего не понимаю. Николай, я тебе совершенно серьезно говорю. Что? Все ново для меня. Да. Неожиданно. Да. И вообще я... Да полно, полно, Николай Егорович. Чего тень-то наводить? На дуэли драться не будем. Коль дело плохо, сколько ни пали стрельбой, ты его не поправишь. А вот ежели у вас дальше пойдет, и шашни вы свои не оставите, извини, но ноги я тебе переломаю. Ну вот. А теперь разговаривай с женой. Прохор, доложи Елене Васильевне, что господин Агишин хочет с ними разговаривать. Слушаюсь. А со мной вам говорить больше не о чем. Я вам все сказал. А Агишин ты где? Агишин? О, Лена его прогнала. А что так? Ну, зачем же гнать хорошего человека? А я ему хотел бокал шампанского предложить. Андрей Гаврилович. Что прикажете, Нина Александровна? Я хочу поговорить с вами о Лене. Насчет чего-с? Вы обижаете жену. О, помилуйте, могу ли-с? Вы ее вините. В чем же-с? А вы ведь сами не правы. Ну, чем же-с? А, вот, что? Знаете ли, у вас нет этого вот... Ну? Чего-то... Ну, чего-чего-то? Ну, вот этого вот. Ну, что так нравится женщинам, что их покоряет. Ах, боже мой, ну, извините, вас совсем нет. Ну, Нина Александровна, сколько ни ахайте, коли нет, где же мне взять-то? Андрей Гаврилович, может быть, если бы вот вы были несколько, ну, пообразованнее, да что ли? Ну, когда же мне теперь для вас образовываться? У меня вон фабрика остановилась, пустой разговор-с. Нет, она понимает. Она очень хорошо понимает, что она не совсем права перед вами. Она очень хорошо понимает, что огорчала вас. Поверьте мне, она очень хорошо все понимает. Да? Да. Ну что ж, пусть покается. А разве вы не знаете, как всякой женщине трудно сознаться перед мужчиной в своей вине? Потому что, особенно моей Лене, она ведь не знает, она не уверена, как будут слова ее приняты вами. Ну, достаточно ли вы деликатны, чтобы не вышла какую-то сцену унизительной для нее? Нет, кто же ее заставляет? Нечто, кому это нужно? Ах, боже мой, ведь ей же самой нужно. Она же не может быть покойна. Да. Ей будет больно. Ей будет очень больно. Ну, конечно, стало быть, я и виноват. Понять невозможно. Что им нужно от меня? Да очень просто. Чтобы вы не сердились на нее. Чтобы вы пощадили ее. Чтобы вы не упрекали ее. Ведь у нее же натура-то нежная, деликатная. Господи, ведь она же вся в меня. Нина Александровна, скажите ей, что я ее прощаю. Вот как? Как? И только? Да нет, они изволят ехать за границу, в конторе им выдадут столько денег, сколько они пожелают. А затем прощайте. Прощайте. Андрей Гаврилович. Ну, какие такие дела-с? Тоже вам дал право вот так вот меня третировать. Что такое? И не слыхивал таких слов. Я спрашиваю, по какому праву вы смели так грубо со мной обойтись? По какому праву? Ну, значит, смелся. По какому ж праву? Потому муж. Ну что ж, разве
муж имеет право напрасно жену обижать. Ну, хоть и напрасно, если любя, так ведь беда невелика. Не в суд же на мужа идти. Ну, а что же делать жене, если ее напрасно обидят? Ну, это разное бывает. Вон, дурные да злые сердца да бронятся. Хорошие. Добрые, что? Вы догадайтесь сами. Неужели? Не знаю. Не знаю. Неужели, Андрей Гаврилович? Неужели? Извините, с женой заигрался. Вот плачет, на фабрику просится. Так, что ли, говорит? Да. Говорит, не уходить там за тобой будет некому, не приласкать, говорит, некому. А так, что ли, говорит? Да, да. Все, говорит, будут женами, черт я на чужое счастье-то глядеть. Еще какая-нибудь мысль в голову придет. Этого же я не говорила. Так что, взять, что ли? Бери, Андрюшенька, бери. Молчи, забыла, что тебе сказано. Ой, Господи. Да уж, видно, взять. Ну, вот и чудесно. Семейное отделение возьмем. Шампанского прихватим, чтобы веселее ехать было. Лена, поезжай. А я соберусь, да завтра же к вам и приеду. Ой, как я рада. Да, а как же у нас там на фабрике жить-то будете? Ведь у нас там в доме двух половинов нету. Мне теперь не надо. Ой, Господи, ну хоть плакать-то можно? Да плачь себе на здоровье, плачь. Конец всему делу, Венец.